Привет, друзья! Минобороны России сообщила о появлении в войсках новых ЗРК, которые работают сверхэффективно при поражении целей. Какие ЗРК появились, не сообщается. На фоне этого начались разные слухи. Действительно, объяснить те результаты работы ПВО, что озвучила Минобороны, довольно сложно, так как о появлении новых ЗРК в войсках не сообщалось. Объясним коротко. Возможно, причина в том, что ракеты комплекса ЗРК С-400 улучшили. Как сообщают источники, приближенные к Минобороны, теперь ракеты наводят на цели самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Если это действительно так, то эффективность ЗРК С-400 повысится в разы. Какие это дает преимущества? В таком режиме работы РЛС комплекса ЗРК С-400 не нужно включать, что затрудняет обнаружение комплекса. Помимо этого, теперь ракета с помощью самолета А-50 может наводиться на низколетящую цель, находящуюся за сотни километров. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.